Мне очень понравился уровень поддержки, которую я получила, придя в Haileybury, в Office of Admissions, с точки зрения, какие условия образования, какие будут возможности у моего ребенка. Поэтому, выбирая среди нескольких международных школ, которые есть в Астане, мы остановили свой выбор на Haileybury. Мне очень нравятся стандарты знаний, которые дают в школе Haileybury. Я считаю, что результаты обучения для меня, как для мамы, один из основных критериев выбора школы. Именно поэтому мы решили, что моя дочка будет ходить в Haileybury, потому что мне кажется, что британская система образования дает высокий уровень знаний детям, в том числе по основным предметам. Я надеюсь, что международная атмосфера, которая царит в этой школе, поможет ей сформировать очень важные навыки, да? Навыки работы в команде, навыки независимого мышления, навыки аналитики. Но также мне нравится, что школа делает разные социальные проекты, приучая детей к тому, что нужно заботиться о тех, кому нужна помощь. Так, например, в классе мы делали проект помощи детям или помощи бездомным животным. Мне кажется, что такого рода инициативы воспитывают в детях правильные ценности.